На улице Рыбинская в Ярославле неизвестные преступники совершили нападение на инкассаторскую машину. Полицейские не сообщают, были ли грабители вооружены и оказывали ли им сопротивление инкассаторы. Известно, что у инкассаторов отобрали сумку с деньгами. Сумма ущерба составила более 15 миллионов рублей. Личный состав МВД по городу Ярославлю поднят по тревоге. В Ярославской области объявлен план перехват. Полиция ведет розыск преступников.